Всем привет, ребятки! Продолжаем играть в игру под названием Besiege. Точнее, мы ее продолжаем изучать. Следующая серия, скорее всего, будет уже в мультиплеере с кем-нибудь. Не знаю с кем, но будет. Я как раз нашел очень крутую карту. Увидите, вот реально просто эпическая будет серия. Так что, если вы хотите видеть Besiege, ставьте лайк. Если не хотите пропустить новенькие серии по этой игрушке, подписывайтесь на канал. Вот. Сегодня я решил повзрывать машины. Вы спросите, как ты это будешь делать? Потому что вы, наверное, как и я, не знаете особо много про эту игру. Но я точно знаю то, что на картах у нас есть вот такие вот бомбочки. Вот, вы видите? Вот, бомбочка. Так, ну вот она, короче, возле камня лежит. Вот она, такая вот остренькая. Это типа, знаете, в воде плавают такие мины. Вот, противокорабельные. Это что-то типа такого, только сухопутное. Давайте мы сегодня посмотрим, что же будет, если машина врежется в такую бомбу, что будет с машиной. Ну, естественно, у нас сегодня будет не одна машинка, их очень-очень будет много, я там как раз специальные всякие большие поддобавлял. Ну, что-то типа у нас сегодня даже, можно сказать, топ-5 или даже топ-10. Не знаю, сколько еще будет машин. Давайте приступим. Давайте сначала просто наедем вот одним колесиком. Так. На! О-хо-хо! Капец! Это было круто! Если вы согласны со мной, ставьте лайки. Так, давайте еще раз. Я, в принципе, не против. Теперь давайте налетим вот полным прям ходом на нее. Капотом. Полностью передней частью. Не одним колесиком, а вот полностью. Так, ну и на скорости, на небольшой. Так. Хренакс. Это я только что специально добавил первый джипик. Достаточно, кстати, он прикольно, да, смотрится? Очень он интересно смотрится. В машине задница. Сидушки сгорели. Сиденья, да. Колеса тоже. Все очень плохо. Так. Сейчас я подлечу камерой к машине. Вообще тут я еще не особо привык с управлением. Но оно здесь достаточно такое, можно даже сказать, уникальное. Ни в одной еще в игре, ни в одной, да, игрушке я еще такого, в принципе, управления не видел. Тут много всяких видов управления в одной игре сразу. На! Но машины классно отлетают. И каждый раз по-разному. Вот это мне очень сильно нравится. Так, давайте проедемся немножко вот здесь. Вот посмотрим, может еще где-нибудь есть минки. Я знаю, вот здесь вот есть одна. Вот еще одна. Это у нас овечки. Давайте их мы не будем давить. Я не люблю животных в играх убивать. Хотя бывали случаи нечаянные. Так, овечка, отойди, ты так и хочешь, чтоб я... Да, я тебя задавил, блин. Нахрена ты подошла? Я тебя сейчас задавлю нечаянно. Так, снова давайте подлетим. Вот что камера все время у меня улетает. Так, все, поехали. Но! Не, и, кстати, мы дальше едем. Едем, пока колеса, да, не поотваливаются? Да. Топово, эпик. Окей, давайте машинку поменяем теперь. Так, я не знаю, в принципе, какую можно взять... Вот, у меня тут всякие есть машины. Так. Ну, вот, кстати, смотрите, какая есть большая. Swiss Army Tank. Здоровенная. Охренеть, какая здоровая. Ну и, кстати, FPS не просел. Меня это радует. Как стрелять, мне интересно вообще. Так, пушка отвалилась. Ага. Управление здесь уже видно, что вообще другое какое-то. Я не знаю, как этой машиной... А, вот, тут можно посмотреть. Как тут управлять? Так, это у нас reset камера. Вот здесь вроде как-то я помню нажимал. И типа я смотрел. Я не помню, если честно, как я это делал. Но как-то это можно, видимо, здесь сделать. Так. Это free build, это нормально. Это должно быть у нас включено. Давайте еще раз попробуем. Не, это эта машина у нас что-то не едет. Это стреляет. О! Это у нас танк, он управляется не так уж-то и просто. Ну ни хрена себе, я и не думал. Сразу нужно две стрелочки жать, либо вот таким вот образом поворачивать. Интересно, интересно, очень даже интересно. Хрен, оооо! Это было жестко. Это капец, как было жестко. Но это у нас типа танка, да? Я вообще про танк хотел, про танки сделать отдельный выпуск. В Besiege. Ну ладно. Вот вам будет небольшой спойлер. Хренакс. Это будет то с танком, если он наедет на мину в Besiege. Посмотрите. Вот просто ничего даже от танка не остается. Давайте поменяем. Это у нас все-таки, опять же говорю, танчик. А я хочу машинки сегодня повзрывать.
О, так, это не хочу. Это... Вот это давайте. О, прикольно выглядит. А почему она у меня в воздухе висит? Как тут можно это типа опустить, да, на землю? Нет. Во. А чё на воздухе висит? Ау. Классная, блин, машина в воздухе висит, вы понимаете? Формула-1 даже есть. Ну, давайте посмотрим, что же будет с ней. Очень даже все хорошо. Вообще прям почти никаких повреждений. И мы можем спокойно дальше ехать. Ну, если бы, конечно, колеса у нас не сгорели, не загорелись бы. Опять же, вот эта фигня здесь типа... Короче, нужно режим бога, да, включить? Так, давайте включим. Вот, у нас есть вот этот вроде режим хороший. Ага, ну попробуем. С вот этим давайте режимом мы попробуем. Хренакс. Так, мы типа загорелись, но нам пофиг. Ага, ну прикольно. То есть разрушений нету. Но это не для сегодняшнего нашего видосика. Потому что мы сегодня именно хотим на разрушение посмотреть. Окей. Все, я понял. О! Это было, кстати, очень даже красиво. Так, ну давайте налетим со всей дурячки. Ой, блин, мы машину разбили, даже не доехав до бомбы, вы понимаете? Так, разгончик я хочу сделать. Давайте разгончик сделаем. Кто как, что-то управляется. Плохо она. Очень плохо. Да что ж так плохо-то? На. Не, ну машина не особо, видите, взрывается. Ну что, Формула-1, она так сделана, что есть передняя часть, средняя, задняя. О, это что такое? Это камни какие-то здоровые. Ну, тоже можно будет что-нибудь с ними придумать. Ладно, сейчас машину давайте еще раз поменяем. Так, предлагаю выбрать самую обычную какую-нибудь стандартную машинку. Вот Audi R8, например. Ага, чего, типа на землю ее надо поставить? Ну, я поставил. О, сработало. Прикольно. Audi R8. Что-то вообще как-то слабенькое. Ой-ой-ой, авария у нас прям какая. А, ну и что дальше будет? А, ну мы догорели и дальше поехали. Ну это интересно. А ну-ка, давайте разгонимся. Хочу разогнаться. Хочу я разогнаться и врезаться. А, максималочка у нас хорошая здесь. Что-то нет, что-то эта машина вообще слабенько очень как-то едет. Может, надо еще скорость переключать? На! И мы дальше поехали. Круто. Мощная машина, я вижу это. Очень мощная. Возможно, если что-нибудь будем записывать, там связаны какие-нибудь погони, перестрелки, хотя здесь такого нету. Ну, типа, погонь, можно будет ее взять. Она вот именно прочная. Вот, кстати, сейчас давайте посмотрим, сейчас чуваки подбегут, начнут нас атаковать. Давайте, чуваки, быстрее подбегайте. Во, малорики, лупите меня. На. Давайте, лупите. Да не, слабачки они какие-то. Окей. Ну, типа, мы и заодно многие машинки осмотрим. Кстати, москвич, давайте нашего москвича сегодня пустим так же в дело, как и в предыдущий раз. Машинка очень мощная, наверное. Так, мы мину, блин, проехали. Ой, я овечку задавил, извини, пожалуйста. Ни хрена себе, такого еще не видел. Чтобы так машина круто разлеталась. Так, окей, если на месте такие у нас взрывы, а что будет с разгона? Так, поехали, поехали. Ну, что-то скорость никакая. Овечка, отходи, умрешь от взрыва. Нет, на! Это жестко, жестко, что могу сказать. Еще и камни на нас попадали. Капец, москвич жестко взрывается. Ну что-то типа, да, сегодня у нас будет топ-10. Много машинок я добавил, вы видите. Вот давайте Ламбу 86-го года мы испытаем. Так, ну машина вроде достаточно быстрая, да? Ну Ламбы они все быстрые. Ламборгини. Так, на! И мы дальше поехали. Вообще даже особо никаких повреждений. Это было эпично. Мне очень даже понравилось. Давайте как-нибудь мы что ли подлетим с трамплинчика. Ой, блин, я врезался. Так, еще надо попасть. И надо попасть. На!
И авария еще дальше произошла. Ламба жесткая, посмотрите, вообще, ей почти ничего. Ну, то есть, я здесь не пойму. Некоторые машины так просто разрываются, как предыдущий москвич, да? Что они, от них даже ничего не остается, они просто сгорают и все. А есть, типа, вот этой Audi R8, вот этого, вот этой ламбы, да, этой Lamborghini, взрывается бомба, буквально там передние колеса сгорают, вот руль немножко, и все. И все замечательно. Как-то все это странно. Ладно, ламба, это, конечно, очень круто. Так, что у меня здесь еще есть? Я добавил так, всякие машинки. Грузовик. Не знаю, будет лагать он или нет. Написано, что он с Bimage Drive. Да-да-да, я видел такой в Bimage Drive. Так, вот. Сейчас будет такой, наверное, взрыв. Да, если, конечно, мы не промахнемся еще. Блин, я овечек снова подавил. Даже что такие овечки там все время вы ходите и... Это капец. А, мы в качестве блока, что ли, играем? Я понял. Да что ты опять на овечек, блин, едешь? Грузовичок, не туда ты едешь. На тебе за овечек. Это было круто. Я понял, вот этот, типа, зеленый блок, это что-то типа нашего водителя. А ну-ка, давайте казатком наедем. Что будет? Ну, типа, у нас самая же главная часть, вот этот кубик зеленый спереди. А в задке, сзади у нас ничего. Так, так, так. Надо наехать. Ну давай, наезжай, камень, блин, мешает. Вот, сейчас наедем. Хренакс. И что дальше? Можем как-то поехать? Ну да, спокойно даже едем. Неудачно. Неудачно я это все провел. Я перевернулся. Давайте еще раз. Извиняюсь, конечно, но бывает. Вот, все, взрыв. И дальше поехали. Колеса сейчас начнут отваливаться, естественно. А мы едем дальше, да? Ну да, у нас или полный привод, или нет. Ну, вряд ли передний привод на грузовике. Скорее, полный. Вот у меня есть три интересные машины. Какая-то скорая помощь. ВАЗ-2108. И Франк. Давайте с нее, с Франка с этого начнем. Это у нас типа сегодня будут последние на сегодня машинки. Ну думаю, как раз у нас там топ-10 и собрался. Ну, что-то около, может даже больше, может немножко меньше. Так, о, давайте так наедем. Очень как-то странно, из-под днища. Ну давай, наезжай, наедь еще немножко. Не хочет, не хочет машинка наезжать. Газ, у нас колесо нет, не отвалилось, нормально все. Ахахах, как сложно ездить в Бесидже на машинах. Так, заново давайте. Мы колесо просто поломали из-за этого. Хренакс, прям под днище. И дальше мы поехали. Так, вот этих всех чудиков мы задавили. Но и просто дрифтим на месте. А ну-ка, давайте, чуваки, подбегайте. Сейчас вы звездюлей получите. Сейчас, смотри, по морде. Хренакс, поулетали. Все, эти все померли. Ну или там типа у них переломы. Чего? Что это сейчас было? На, по морде. Так, и тот вроде живой, да? Да, этот живой. Ладно, окей. Давайте следующую машину. Скорая помощь. Вот она. Ну ни хрена себе. Кстати, FPS немножко даже просел. Угу, до 26 кадров, до 24. Но я думаю, это нам не будет большой помехой. Но интересная, кстати, скорая помощь. Сзади двойные колеса. На! Оу! Что произошло? А почему она так бомбанула? Я что-то вообще ничего не пойму, а что она так бомбанула-то? Давайте на вот эту мину мы наедем. Задком давайте. Там типа у нас будка, да? Может там в будке не совсем не медикаменты или какие-нибудь там больные люди, а бомба, взрывчатка. На! Капец! Машину жестко разрывает. Капец, это было очень круто. Ну и давайте напоследок сегодня последнюю машинку. Напоследок последнюю, да. Я люблю тавтологию. ВАЗ-2108. Я специально ее наконец оставил. А что от нее так тоже кадры-то проседают? Машина, ты что? И что так ты плохо управляешься? Где я вообще заспавнился? Стопэ, где я заспавнился? Где бомбы наши? Я ж уровень, блин, прошел. Что с машиной вообще творится? Она даже не едет, вы понимаете? Ну, короче, зря я ее сегодня оставлял, да, напоследок.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, буду дальше с игрушкой разбираться. Вы видите, куча просто всего непонятного. То играл-играл с целый видос на одной карте, переместился резко на другую. А не, вон, я вижу вроде ту местность, где мы типа должны быть. Мы даже можем сюда типа передвинуться. Ну вот, короче, да. Не так, что мы в принципе далеко находимся от того места. Так, нужно эту машину удалить. В принципе, это все. Смотрите, какой классный вид у этой машинки. Подписывайтесь, ставьте лайки, подсказывайте мне с Бесиджем в комментариях. Можете даже в ЛС ВКонтакте написать, чтобы подсказать. Всем пока-пока. Ну и не забудьте про идейки. Потому что здесь можно всего много интересного записать в этой игрушке. Пока-пока.